И сейчас мы переходим к завершающей стадии нашего массажа. Работаем с двумя половинами лица и проходим по симметричным точкам с двух сторон, исключительно для закрепления эффекта, как бы последний аккорд. Еще разок. Кстати, громче. Еще разок по точкам, и девочка попадет в ваше распоряжение, так что можете слушать, что она вам скажет, какие ощущения будут. И последний аккорд, который мы сделаем, это электростимуляция точек, казалось бы, к лицу, не имеющих никакого отношения. Уже заранее страшно, да? Нет, это не страшно. Могу сказать, что ощущения очень приятные, но лицо довольно, по крайней мере. Не смертельно болезненно. Исключительно подергивание. Все, на этом мы закончили процедуру. Медленно поднимаемся, может немножко кружится голова. У меня тело отключилось, мне кажется. А в чем это выражается, тело? Да не знаю, вот как будто вот так чувствую. Предоставьте зеркало. Сначала, да, чтобы... А все, что ниже, нету. Вот такое ощущение. Оно было не со мной. Оценила, ее рассказала. Ну, и можете увидеть. Тело ушло погулять? Да, да, точно, тело ушло погулять. Наконец-то. Отдохнулось немножко. Это я? Ну, прекрасно. Не, себя не узнаю. Не, ну главное, чтобы меня выпустили домой. Да, тут проблема возникла. С паспортом. Разница фотографии. Изображение на фотографии и лица. Я сразу делать, как было, я не буду. Главное, что да, чтобы претензий не было на таможне, а то мне уже сказали, не похоже. Ну, вот, можно предъявить прекрасно ссылку на вот эти видеозаписи, где да, видно ощущение, изначальное да, лицо, да, соответствующее фотографии. А, и это, да, что знаете, вот... Мне вопрос чисто вот по, как бы, вот то, что прекрасно, все это общее. Вот конкретно что-то, что изменилось, что ощущение, вот просто сказать, чтобы, ну, может быть, кто-то не разглядел, кому-то не видно, чисто по своим ощущениям. Ну вот моя большая проблема, да, ушла. Нет, еще ну, есть. Ну, то совсем уже это минимально. Да теперь это... тебе искать приходится. Да, мне искать, вот мне в зеркале приходится, где было-то. Не, ну у тебя такое ощущение, у меня щеки висели еще тоже такие, как у этого. Есть такой пород. Не будем. Нет, стал подтянуто, да. Сейчас муж по это покажется. Да, ну мы продолжим еще разными другими способами начатое изменение. Уже свершившиеся. Нет, такое, теперь можно, вот у меня через неделю нам на свадьбу, теперь можно показать. Можно лицо пойти выглядеть. Да, точно, точно. Ну хорошо, давайте, да, чувствуйте себя замечательно. Я рад, что получилось хорошо. Свежо, что вам понравилось. Да, как говорится, ну вот. Не, при этом второй раз у меня как будто вот ощущение, вот чувствую только массаж на лице, а тело у меня... Ну, это вопрос энергетический, а-а-а, как я говорил уже, мы, да, мы работаем по точкам, которые, несмотря на то, что лицо, они оказывают эффект на всем теле, конечно. Собственно, это вся восточная медицина, да, китайская медицина, да, основана на этом, и сейчас вы применяли просто
известные китайские методы. Ну, немножечко так, как они не применяют. Но тем не менее, все как бы не что-то ничего, придуманное с нуля. Ничего нового нет, абсолютно. Просто необычное применение. Да, все старо как мир, просто немножечко вот под, для другого использовалось, ну так, как говорится, включили голову знания, и вот родился такой метод. Спасибо. Спасибо вам. Все, до свидания. Мы увидимся еще в дальнейшем. Так что не прощаюсь совсем.